А сейчас мы с вами оказались в городке Хомо Саса. И вот это вот морские коровы здесь, которые называются мэнити, они сейчас кушают. Представляете, они едят вот такие салат. Просто салат. Вот такой здесь замечательный парк. Я не знаю, насколько мне хватит камеры, чтобы заснять что-то. Мне интересны морские коровы. Они очень неагрессивные, поэтому они в Красную книгу занесены. И вот здесь вот сейчас такая небольшая шоу-программа. Их кормят листьями. Они вот едят, представляете, вот тут. Они едят вот такие листочки. Тут всего 4 таких морских коровы. Они по именам все. Два мальчика, две девочки. Вот, вообще очень даже интересно. Они на листьях живут. Удивительно. Ты там смотрел, да? Я сейчас перейду, наверное, в другую сторону, вот туда. Тут и рыбки плавают. Такая прозрачная водичка. Видите, как много там рыбок? Боже мой, какие они интересные. Вон они прям пасть открывают, и эти салатики кушают. So big and just the grass. They eat just the grass. What is there? Интересно, как вон там один носиком бил. Сейчас я подойду туда, в другой. Смотри, сколько рыбы тут. Какие у них огромные хвосты. А снизу там хорошо видно, да? Сейчас я... Сейчас я прям... Тут есть такая, знаете... I'm sorry. На эту сторону сначала сходим, а потом сейчас, если хватит мне камеры, мы вниз спустимся, и внизу там есть такая лесенка. Быстрее, 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 Галя, быстрее, 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 быстрее. И мы здесь можем их посмотреть, правда, через стекло. О, тут они. Очень мутная вода. О, нет, что-то мне тут не нравится. No, I don't like. О, май гад. Вот они там кушают травку. Но тут очень плохо их видно. Через камеру. Огромные такие. Нет, я пошла снова наверх. Upstairs. Быстрее, быстрее, быстрее. Наверх, наверх, наверх. Что-то мне внизу не понравилось. Мутная какая-то водичка. Ой. Мне наверху больше нравится. Окей. Okay. О, сейчас они тут кушают много-много-много. Вау, их забросали травой, да? A lot of salad. No meat, no fish, just a salad. Где же вы? Она жует травку. Рыбка что-то тоже у нее кусает. Но... Вот нам нравится вот такой отдых. Нам магазины не нужны, нам ничего такое не нужны. Музеи нам сегодня тоже не нужны. Ох, завалили их травой. Вау. Вон они.
Так, ну ладно, посмотрели мы на этих коров морских. Вон они еще плывет сюда одна. Их четыре здесь, я уже сказала, да? Еще одна плывет. Так, я хочу еще с вами погулять по этому парку. Знаешь, Саш, я не хочу прерывать. Пойду еще... Знаешь что, я хочу... А мы к птицам успеем? Я успею к птицам прийти? Просто там я не знаю, кто. Я не знаю, кто там, поэтому я хочу... Не, я прерваться не хочу. Я хочу показать уже этот парк, какой он есть. Иди, иди, иди. Я хочу, знаете как, пойти в другую сторону, там вот, сейчас я быстро пойду, чтобы мне побольше успеть. Тут такой, мы вот в этот городок приехали, я уже его назвала. Ой, тут такие все названия, вы знаете, они же все не русские. Они все с индейским таким уклоном. Хомо Саса, такой городок. Здесь вот этот у них парк, такой вот парк находится. Ну, тут сцена есть, но мы тут на сцене не смотрели. Мы смотрели, вот там кормили этих штук. А я иду в другое место, где... Ой, там так много красивых птиц. Просто суперски. Я иду, конечно, очень быстро. Это я прохожу. Все. Тут такие заросли. Сегодня не жарко. Сегодня народу... Там, видите, озеро, там рыбок много плавает. Я боюсь, просто у меня камера садится. Ой, сюда приехали мы с паркинга в этот парк на таком паровозике, очень через красивый лес. Вот тут, видите, главная достопримечательность. Вот, называется Wild Park. Вот я вам показала название. Дальше Саша пошел у меня в другую сторону. А времени уже... Мы же сегодня утром катались на этих airboats. Вот, поэтому это очень далеко. И мы приехали потом в этот парк. Это довольно-таки большое расстояние. Это мы ехали сюда на северо... Так, на северо... Куда мы ехали? Запад. Вот. Yeah, thank you. Вот. Я пошла к птицам. Тут вот какие-то там крокодилы, это мне неинтересно. Крокодилы, кашалоты. Мы уже их насмотрелись и нагладились. Я по птичкам соскучилась. Долго иду. Сейчас, если камера у меня сядет совсем, мне будет обидно. Вот тут. Огромный пруд там с крокодилами. Не будем даже останавливаться. Окей. Тут птицы так интересно. Они не улетают. Вон, видите, они на деревьях там сидят. Они вообще не улетают. Хоть у них и открыто пространство, например. Вот. Они в вольерах сидят. О, сейчас скоро уже придем. Обалденные птицы. Ох, сколько мы километров уже нашагали. Очень даже много. Вот тут уже птички начинаются. Такой прям вот, опять же, настил. И все-все в лесу. Вот такой зоопарк сделать можно в любом месте. Я не знаю, почему у нас в России такого не делают. Например, особенно на юге где-нибудь. Ой, не знаю, надо деньги вкладывать. Потом же они окупятся. Вот этот парк, например, стоит $13 с человека. Вот смотрите, здесь множество всяких птиц. Вон там на деревьях вороны черные сидят. Вот тут а фламинго какие красавцы. Ой, прелесть. Там и пеликаны. Они все вместе дружат.
Тут же вороны, тут же фламинго. Красотища. Некоторые так стоят смешно на одной ноге, а коленка, видите, у них в другую сторону сгибается. У человека, если бы так сгибалось бы. Я не знаю, как краски передает моя камера, но здесь просто лебеди такие белоснежные. Вода такая, конечно, болотная, но она прозрачная. Вода болотная, но она прозрачная. Интересно даже. Сейчас я вот так... О, вороны. Вороны, вот вы почему не улетаете? Тут же нету крыши. Видите, вон они там сидят на деревьях. Тут нету крыши, тут небо. Ни проволоки нету никакой. Вот они сидят и никуда не улетают. Странно. Просто странно. И на человека не нападают. В макушку они не долбят. Не это самое. Так, а я прошла, вы знаете, по-моему, сова там где-то была с левой стороны. Ну ладно, я уже не буду возвращаться к этой сове. Вот тут большой-большой загон с птичками, а с другой стороны там какая-то две птички. Я даже показывать не хочу, у меня просто мало места на камере. Я не знаю, может, вам это не интересно, птички? Может, вам больше интересно что-нибудь другое? Например, я знаю сайты, где секс любят смотреть. Каких-нибудь девушек обнаженных любят смотреть люди. О, там просмотров много. Я люблю вот таких птичек всяких, зверюшек. Мне это нравится. Я думаю, что и вам это нравится. А может быть, вам это и не понравится. Так что я... Ну, свой вкус у меня такой чудной. Ну, что я могу поделать? Я даже не знаю, как по-русски эти все птицы называются. Вот, например, сидит она на дереве. Длинная такая птичка на длинных ножках. Вот она на дерево забралась и отдыхает там. Вот. Тут вот лебеди плавают. Вот там аист сидит. Ну, благодать, просто благодать. У нас именно такого парка. Ведь каждый парк свое лицо имеет. Именно такого парка у нас в Нью-Йорке нету. Нету такого парка. Почему бы сюда не прийти, в этот город необыкновенный? Вот какие-то птицы, я не знаю, кто они. Кричат, каркают, что только не делают. Вот мне навстречу птичка идет. Они не улетают. Им здесь нравится почему-то. Маленькая, не бойся, я тебя не трону. Не бойся. А вот тут какой-то загон, например, с птицами. Здесь вот сетка. Потому что это, наверное, свободолюбивые какие-то птицы. Вот тут чайки кричат. Ой, а вон там мне птички нравятся. С клювом таким ложечным. Сейчас мы пойдем посмотрим. Тут надо через дверь пройти. Камера еще не садится. Удивительно. Этот парк закрывается в 5:30. Так что мы в 5:30 должны будем его освободить. Гусечки, уточки, крякушки. Вот смотрите, вот это клюв у нее как ложка. Эта птица называется спунбил. Росит спунбил. У нее клюв как все равно. Видите, они как там ищут какую-то пищу. Хотя пищи у них там стоит. Целая-целая противень. Вот птичка, и тут же ворон сидит. Где он, ворон? Вот он. И тут же уточки. И никого нету, я одна гуляю. Но это же разве не благодать? Камера у меня садится, ребята, к сожалению. Вы уж меня простите. Вот она сидит и не боится меня. Красавица.
Наверное, я заканчиваю на этом, потому что я боюсь, камера совсем сядет. Все, пока-пока, мои хорошие, пока.